2023 юбилейный год оказался рекордным по количеству новых объектов образования и спорта. На базе школ и гимназий городского округа появилось 4 физкультурно-оздоровительных комплекса. Последний разместился на территории 4-го лицея. На его торжественном открытии работали мои коллеги. Этот спортивный комплекс – подарок не только учащимся лицея номер 4, но и всем жителям Люберец. Ведь после 15:00, когда у школьников закончатся занятия, он будет в распоряжении всех желающих заняться физкультурой. В этом году это завершающий физкультурно-оздоровительный комплекс, который был построен по новой программе нашей. Привлечение средств по программе президента, по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Нам ставят задачу расширить количество спортивных объектов, чтобы доступность наших детей в первую очередь и нашего населения, наших жителей была максимальная. День памяти учителя физкультуры, волейбольный чемпионат имени Владимира Груздева. Я надеюсь, что он пройдет именно на этой площадке. Каждый февраль проходит этот волейбольный чемпионат. Отныне в этом спортивном комплексе будут проходить занятия по волейболу, баскетболу, художественной гимнастике и единоборствам. Зал оснащен всем необходимым, чтобы здесь растили будущих чемпионов. Это просто космос. Мы с ребятами очень долго этого ждали. Мы с ребятами очень любим играть в баскетбол и волейбол. И вот нас очень сильно поразили на самом деле кольца. Это просто какая-то фантастика. Зал очень классный, объемный. Наконец-то так много пространства для игры в различные виды спорта. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.